18 и 19 октября в Нидерландах высадился педагогический десант. Российские специалисты в области преподавания русского языка из Тамбовского государственного университета имени Державина провели лекции и открытые уроки для учителей из русских школ Нидерландов. Проект, организованный Россотрудничеством при поддержке посольства России в Нидерландах, проходил в два этапа. 18 октября в университете города Гронинген в уютном зале Российско-Нидерландского центра, организованного фондом «Русский мир», два десятка педагогов из северных регионов Нидерландов познакомились с передовыми разработками и методиками преподавания русского языка иностранным студентам и детям из двуязычных семей. На следующий день, 19 октября, в Пушкинской русской школе города Лейден, праздновавшей в этот день десятилетний юбилей, лекторы из России провели открытый урок со взрослыми студентами курсов русского языка, продемонстрировали игровые методики преподавания, а также познакомили учителей с самыми новыми разработками в области использования медийных и интернет-технологий. С большим успехом прошла и лекция преподавателя-логопеда, поделившегося с родителями и педагогами методиками работы в двуязычной среде. Поддержка русских школ – одно из приоритетных направлений работы Россотрудничества, и с каждым годом помощь получает все больше русских школ за рубежом.